Библиотеки Подмосковья переходят на обслуживание пользователей через единую цифровую платформу «Мое Подмосковье». Зарегистрироваться можно на сайте Библиотеки Подмосковья через региональный портал госуслуг. После этого в разделе «Бейдж» вы найдете свой уникальный QR-код. Его нужно предъявить библиотекарю. В дальнейшем можно не пользоваться браузером, а скачать мобильное приложение «Мое Подмосковье», и ваш бейдж будет всегда под рукой. Посещение учтено. Мне предложили установить новое приложение. Как оказалось, совсем удобно, занимает всего буквально пару минут. Сотрудники помогли установить его на телефон, отсканировали и выдали мне книги. Используя платформу, можно записаться в библиотеку, узнавать о наличии книг и бронировать их, а также получать информацию обо всех библиотечных событиях. Это упрощает процесс не только для читателей, но и для сотрудников. Бумажной работы стало меньше. Вся информация о книгах и заказах пользователей теперь в компьютере. Однако не все могут самостоятельно зарегистрироваться и скачать приложение. Сложновато пока людям более пожилого возраста, но мы с удовольствием помогаем. Когда приходят и говорят, там нет у меня телефона, нет смартфона, нет интернета, пожалуйста, приходите к нам, мы все здесь сделаем в течение 5 минут. Работу на данной платформе только начали, поэтому пока она имеет некоторые технические недоработки. Однако их замечают и стараются оперативно исправить. Работа ведется очень активно по их устранению и постоянно проводятся мониторинги Московской губернской универсальной библиотекой. Они собирают наши замечания, прорабатывают их. Современная библиотека – это не только книги, а еще и пространство для творчества и вдохновения читателей. Пользователи могут общаться с единомышленниками, использовать медиапродукты и реализовывать свои проекты. Олеся Мордвинова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.